В Мирном стартовали всероссийские соревнования по вольной борьбе. Поучаствовать в турнире на призы от Алроса в алмазную столицу приехали спортсмены из 9 регионов. Турнир открыли якутские народные танцы и гимн вольной борьбы. На торжественной части с напутственной речью выступили заместитель гендиректора Алроса Алексей Дьячковский, замглавы Мирнинского района Игорь Видман и главный гость, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр Александр Николаевич Иванов, которому посвятили турнир. Узнал я в прошлом году, что они будут проводить турнир акционерной компании Алроса в честь моего имени. Я очень обрадовался. Конечно, вот хотелось бы за своих земляков болеть, но правило борьбы есть – победить сильнейший. Поэтому тут спора нет, кто сильнее, тот выиграет. Но я болею за мирнинцев. Бороться за звание лучших спортсмены будут 2 дня в спорткомплексе «Кимберлит». Вход для зрителей свободный. Медиакомпания «Алмазный край» ведет прямую трансляцию 2 ковров турнира. Посмотреть на схватки можно на сайте и YouTube-канале. А выступление борцов комментирует Степан Крижановский из Федерации спортивной борьбы России.